Гастроли известного театра из Санкт-Петербурга проходят в Новосибирске. Лучшие молодые режиссеры страны представляют спектакли о современных реалиях. Чем уникален приют комедианта и что связывает его с новосибирским театром «Старый дом», узнала Екатерина Макаркина. Боже, какая есть удивительная сладость вместе! Гротеск в каждом движении и цирковая манера подачи. Так со сцены рассказывают о смерти Тарелкина. Пьеса в лучших русских традициях изобличает чиновничьи пороки. В этой интерпретации она скорее сюрреальна. После антракта все изменится. Так сталкиваются театр и реальная жизнь. Текст, написанный больше 100 лет назад в Петербурге, поставил молодой режиссер Семен Серзин. Это очень хорошая драматургия, как мне кажется. И она в ней нет никакой архаики. То есть она, в общем-то, сегодня, этот текст, как он есть, звучит живо. Ну, то есть он, я его не воспринимаю даже как, я не знаю, какого-нибудь вампила. Смертью Тарелкина открывают гастроли петербургского приюта комедианта, театра без постоянной труппы. В афише громкие имена, как режиссерские, так и актерские. Никаких канонов, только взгляд художника. Театр должен быть разным и свободным. Если говорить о режиссуре, вот, ну, о молодой режиссуре еще вот так вот, ведь это очень интересный взгляд определенного поколения. Это взгляд поколения на сегодняшний день, на вот эту призму, что с нами сейчас происходит. Наверное, об этом все три спектакля, которые мы привезли сюда. Некого стесняться, вы все здесь одна семья. Ну что, не поднять руку в семье. Я хочу увидеть лес рук, ведь мы Россия, а в России лес шумит. Гастроли случились благодаря большому желанию и обоюдной любви. Приют комедианта с новосибирским старым домом связывает дружба и общие взгляды на искусство. Оба театра идут по своему пути, где эксперимент стоит выше конкуренции с большими сценами. Мы очень рады, что на нашей площадке такой знаменитый, именитый и очень известный театр с обменными гастролями, поскольку мы у них были в апреле и возили тоже три спектакля. Петербуржцы привезли три спектакля. Последний в приюте комедианта поставил главный режиссер «Старого дома» Андрей Прикотенко. Истории о долгах, трагедиях в Сталинке и любви во время ленинградской блокады. И все они о сегодняшних нас. Екатерина Макаркина, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!